однажды ко мне на кухню совершенно случайно никто не заглянул. И слава богу, потому что у меня эти семеро гостей вот тут вот уже. Ну, я над ними, правда, тоже издевался. Стихи заставлял читать. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка из всех гор. Кто-то с лошадкой еще. И шествую важно, спокойствие и чином, лошадку везет под узды мужичок. И что-то там еще, не помню что. Лошадка везущая хворосту воск. Херню говорю. Так вот. Однажды в студеную зимнюю пору я больше не могу это читать. Да что получал в лицо кулаком и нелепо падал. А потом меня еще и водой обливали. А другая приходилось даже сдерживать особо ретивых гостей. Держи меня в руках. Да. Да. Жалко, что я, конечно, не сразу упал, но тоже вроде ничего. Иногда гости волновались и начинали путаться в словах. Понимаешь, что я не приеду? Понятно. А? Немного. Стиральные машины, как выжить все. Дубль номер 4. Да, в общем, все правильно, так спонировать. Может, еще в другой раз сказать. Бота. Да какого-то, блядь. Местного мальчика. Дубль номер 2. Дубль номер 3. Вкуса требует жертв. По-моему, клёво. В Ливерпуле знал любой. Стоп, сразу начнем заново. Твою мать, пардон. Давай, 4-й дубль. Если человек олень, то, блядь, мы будем делать 700 дублей. Ну ладно. Олениха. Да. Иногда в словах путался я. Петь спросили, умоляли. Ой. Да, я такой. А как все мы? Блин. Был он добрый, выходил, он с гитарой напрыгнул. Бандо. Некоторые даже пытались заговаривать мне зубы. Клеенки, стиральные машины. Ручки, ножки, кошки, свечки, магниты, ушки, микроволновки, лампочки, панасоник, полоски, холодильник. Но какими бы странными ни были мои гости, я всегда рад видеть их у себя. Здесь, на кухне БХ. Лёша, сколько можно ждать? Заткнись!